Значит, 15 депутатов от одной политической партии, впервые в нашей республике такое явление, мы бы хотели иметь эффективный депутатский корпус, плюс два сенатора, чтобы мы могли лоббировать интересы избирателей, интересы нашей республики, вот такой большой армии депутатов. Уважаемый Руслан Горевич, уважаемый Карлович, уважаемые депутаты, прежде всего, хотел бы еще раз поздравить вас с избранием в состав депутатов Государственной Думы 7-го созыва, а также выразить благодарность нашим депутатам, которые проводили активную деятельность в рамках предыдущего созыва. Нами поставлена задача максимального участия республики в программе проекта, который реализуется на федеральном уровне. Важным звеном здесь является работа депутатского.